Всем привет! Анастасия Заворотнюк, которая борется с серьезным заболеванием раком мозга, впервые за долгое время сделала публикацию в социальных сетях и рассказала о том, что ей подарили на годовщину свадьбы. Так звезда сериала «Моя прекрасная няня» решила похвастаться перед подписчиками подарками от младшей дочери Милы, которая накануне поздравила родителей с 12-й годовщиной свадьбы. Малышка сделала несколько рисунков, среди которых был натюрморт, изображение дома с собакой и пруд с уточками. Настя показала также красивый букет полевых цветов в вазе. Видимо, Мила вместе со старшим братом и сестрой собрала его специально для мамы с папой. Отметим, что это был первый пост актрисы за полгода. Ранее она лишь поздравляла Татьяну Навку с днем рождения 13 апреля. СМИ говорят, что фигуристка много сделала для того, чтобы поддержать актрису и ее мужа в непростой ситуации. Так, сбор с одного шоу был полностью перечислен на лечение звезды. О состоянии 49-летней Заворотнюк до сих пор мало что известно. В СМИ поступает противоречивая информация о том, где сейчас находится актриса и как себя чувствует. Ее окружение тоже дозированно публикует какие-то сведения, стараясь лишний раз не привлекать внимания к больной теме. Напомню, что год назад стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Тревожные новости появились после отмены нескольких спектаклей с участием актрисы. После сообщалось, что звезда прошла курс химиотерапии и восстанавливается после тяжелых операций. Рядом с ней находится постоянно муж Петр Чернышов, который успевает еще и работать, так как лечение жены стоит десятки миллионов рублей. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!